Всем огромный привет, и сегодня я буду готовить мясные заготовки на месяц. Это точно облегчит жизнь любой хозяйки. Если вам интересно, то продолжайте смотреть, и всем приятного просмотра. Ставьте лайки. Итак, сегодня я буду готовить заготовки еды на месяц. В планах у меня сделать фрикадельки, тефтели, котлеты из разного фарша. И также хочу еще приготовить печеночные оладушки. Здесь свинина, говядина. Здесь у меня куриное филе и здесь куриная печень. Также понадобится зелень, петрушка, укроп, ну какую любите, берите, куриные яйца, молоко, батончик свеженький, разные приправы, специи по вкусу, черный молотый перец, соль. Здесь у меня панировочные сухари и соль, чеснок. Сначала я буду делать фарш, а говядина плюс свинина. Итак, батон нужно замочить в молоке, и чтобы он хорошо пропитался. А дальше нужно порезать мясо на маленькие кусочки. Еще был бы у меня поострее нож, и было бы вообще великолепно. Так, теперь я буду делать фарш. Прокручиваю через мясорубку мясо, говядина плюс свинина, лук, батон, смоченный в молоке. Фарша прям получилась целая кастрюля. Теперь сюда я добавляю столовую ложку соли, приправу, черный молотый перец и 2 яйца. И теперь все это перемешиваем руками. А теперь я буду делать аналогичным способом куриное филе, пропускать через мясорубку с луком. И также в куриный фарш я добавляю 1 яйцо. Соль и приправы. Перемешиваю руками. По желанию можно добавить сюда же чеснок и зелень. А куриные котлетки можно запечь в духовке. Получается очень вкусно. Такое диетическое блюдо. У меня Олеся, дочка, очень любит такие котлетки именно в духовке. Ну, можно пожарить, кто как хочет. И далее я буду делать фарш из куриной печени. Здесь у меня 1,5 килограмма. Обрезала все лишнее. И здесь лук. Добавляю соль, приправы, 2 яйца, Олеся пришла помогать, давай перемешивай вот этот фарш, нет, лучше вот этим венчиком. Просто много, и тебе, наверное, тяжело будет это перемешивать. Смотри, чтобы ничего не вывалилось. Мешай. Потом добавим 2 стакана муки сюда. Да, вот так мешай. И добавляем туда 2 стакана муки. Давай пока 1 добавим. Хорошенько перемешиваем тесто, чтобы не было комочков.
Можно перемешать блендером, миксером. Так, я еще добавлю муки. Ну, я так на глаз делаю. Смотрите по консистенции. И теперь я приступаю делать котлетки. У меня панировочные сухари. Можно использовать муку, можно использовать кукурузные хлопья, но только не сладкие. Котлетки буду делать небольшие. Потом, чтобы они хорошенько прожарились, вот такого размера. Ну, не маленькие и небольшие. Примерно вот так. А далее я буду делать куриные котлетки и фрикадельки. Как раз Олеся у меня любит такие котлетки именно из курицы. Итак, готово. Сейчас я буду делать печеночные оладушки. На сковородку наливаю растительное масло и пусть 2 минутки прогреется. А вот в этот печеночный фарш я добавила еще немного молотого перца. Обжариваем печеночные котлетки с двух сторон по 2-3 минутки. В итоге получилось вот столько печеночных котлеток. Олеся мне просто обожает их, и я тоже люблю. Они очень вкусные, обязательно попробуйте по такому рецепту сделать. А вот печень Олеся у меня вообще не любит. Такую обычную, если пожарить просто. А вот тортик печеночный я обожаю. А Олеся больше любит оладушки вот такого типа. Я просто возьму, сложу либо в пакет, либо в контейнер и заморожу. И потом останется на неделе там просто достать, разморозить в микроволновке. У меня здесь еще остались 2 куриных грудки. Я просто их сейчас разрежу и, возможно, потом сделаю отбивные, либо просто пожарю. И теперь разложу по пакетикам эту куриную грудку. У меня сейчас не вовремя кончились пакетики, поэтому вот эти кусочки свинины я просто маленькими порциями, ну, возможно, не, разделю на 2 части и заверну в пищевую пленку и в морозилочку. И вот так вот разровняю, чтобы поменьше места занимало в морозилке. Сейчас вот в этот контейнер я сложу печеночные котлетки. Попробуем. Получились очень вкусные, кстати, котлетки, обалденные. Итак, уже сейчас очень поздно, я решила, что на сегодня хватит. Завтра доделаю. У меня здесь фарш остался. Я так подумала, что завтра, возможно, сделаю пельмени или чебуреки с этим фаршем. Может быть, даже еще и тефтели. А пока вот это сейчас заморожу. И потом, как подморозится, я переложу в пакетик. Так, здесь котлетки. Котлетки куриные. Здесь куриное филе. Здесь косточка. Здесь, по-моему, говядина, да. Здесь в пищевой пленке маленькими кусочками я разрезала свинину. Здесь курица, кости на суп. Здесь тоже котлетки. Это печеночные котлетки. И здесь вот фарш. Я отсюда взяла немножко и отсюда. Просто заморожу. Потом, возможно, сделаю какую-нибудь вкусную овощную запеканку, добавлю туда фарш. А может быть, просто макароны по-флотски. Короче, это я потом буду уже фантазировать. Вот это вот сейчас я все убираю в морозилку. И сегодня ко мне пришла мамуля, и мы с ней решили налепить пельмешек. Один стакан воды, одно яйцо,
пол чайной ложки соли и 3 стакана муки. Я еще хотела делать чебуреки. Может, сделаем маленькую партию, да? Угу. Доску я застелила пищевой пленкой. И теперь будем делать пельмешки за кадром. Машей ручкой. В итоге получилась вот такая красота у нас. А сейчас мы будем готовить чебуреки. Понадобится кипяток, 120 мл, пол чайной ложки соли, 250 грамм муки, 2 столовых ложки растительного масла. Сначала добавляем кипяток. Сюда добавляем 2 столовых ложки масла, пол чайной ложки соли. И сюда добавляем 250 грамм муки. По такому рецепту получаются чебуреки очень вкусные, сочные, хрустящие. Вот такие пельмешки сейчас немножко покушаем. Алиса захотела пельменей. В итоге сделали еще фрикадельки, потом очень удобно забросила, сварил супчик на 1-2 раза. Буквально за 15 минут суп готов, очень удобно. В итоге я раскатала, вот такой у нас будет чебурек, они будут небольшие. И теперь выкладываю на одну сторону мясо, фарш. Кстати, в фарш можно добавить воду, чтобы они посочнее были. Ну, попробуем так. Так, закатываем. Может, вилкой, да, придавить? А потом обрезать можно красиво. Давай вилкой. Вот. Вот такой вот чебурек. Пусть пока полежит, делаем остальные. Для них нужно очень много-много масла растительного, чтобы они плавали прям в масле. Но у меня здесь немного, по-моему, осталось. Надо, чтобы масло хорошо разогрелось. Мы попробовали чебуреки, получились очень вкусные, прям хрустящие, вкусненькие. Да, мам? Очень простой, легкий рецепт, и получилось вкусно. Ням-ням. Итак, фрикадельки просто перекладываю теперь в пакетик. Они хорошо так заморозились. Обязательно на доску подстелите пищевую пленку либо пакетик. Итак, здесь фрикадельки, здесь куриные котлетки, здесь котлетки говядина плюс свинина, и здесь пельмешки. Я думаю, этих заготовок на месяц нам точно с Олесей хватит. Это очень удобно. Сварил по-быстрому, достал фрикадельки, сварил супчик, котлетки быстренько пожарил там, тоже разморозил в микроволновке по-быстренькому. Ну, то есть это реально очень удобно. Если у вас большая семья, то этих заготовок не хватит на месяц, понятное дело. Так, ладно. Я благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и всех приглашаю подписаться на мой канал Анастасия Флешка. И всем пока-пока, до скорых встреч!